Вариант работы использования гравитации с оружием. То есть, например, тот же нож, короткий меч, палка и тому подобное. Опять же, то же самое, мы используем гравитацию, силу притяжения для наработки. Вес большой не нужен. Потому что кроме того, что нагрузка ляжет на связки локтевые, плечевые, здесь добавятся еще и связки кистевые. Можно будет легко травмироваться. Ложимся, выбираем позицию и какой-то из ударов. Если мы делаем одной рукой, то, соответственно, мы прорабатываем просто взрыв в руке, либо к этому мы дополняем еще и удлинение вложения плеча. Допустим, как в варианте джеба, это может быть вариант укола. В варианте, например, кихона, чанба или бошиндо, то есть здесь перевели, замах и устремление вперед. Мэн, тэ, до, щи. Уго, ски. Устремление у нас идет вперед. Вес, ну, может быть чуть больше килограмм, в зависимости от подготовленности. Лишнего не надо. И здесь то же самое. Если мы говорим про технику ножа, допустим, рука внизу, укол снизу, накладкой, накладкой снаружи, обводящий и тому подобные варианты. Работаем комплексно. Выполнив это на полу, повторяем ровно все то же самое, что отрабатывали уже в динамику и скорость. Низу, пол, удар и тому подобное. Лучше всего отрабатывать по элементу. Например, берем один элемент. Укол. Сделали энное количество раз лежа. Встали. Повторили такое же количество раз на воздухе. Если есть возможность, повторили это по цели или сразу же попробовали поработать в паре, когда противник двигается, пытается увернуться, защититься. Мы формируем навык. Мы как бы создаем рельсы, по которым будет потом работать все тело. Разнообразьте свои тренировки.